твой шанс, твоя судьба. Твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покори. Сейчас и навсегда. Артистка, которая не нуждается в представлении. Анастасия, под ваши бурные аплодисменты. Добрый вечер, друзья. Меня тут провозгласили председателем жюри, хотя тут более достойные есть люди. Я просто вот сидела весь вечер и думала, одна мысль, вот сейчас девчонки меня все поймут. Я думала, вот их бы ножки, да к моему голосу. Ей-богу, девчонки все молодцы. Такие красавицы. Такие вот и нежные, и вам. А есть одна девушка, я даже подумала, у меня есть враги не одна. Я подумала, вот твоему мужу такую помощницу по работе. Всегда шагуем. Все молодцы, девчонки. Я не знаю, как там наши баллы там сойдутся, в какую там ниточку, кому повезет. Одно вас прошу, оставляйте свой кураж при себе, оставляйте чувство юмора, которое у вас в глазах просто... Особенно из Иванова. Такого жениха желаю. Песня для вас, ребят, вот пара сидела, я очень наблюдала. Вот пара сидела с таким тоже куражом. Вот у меня будет песня там, вот такая веселенькая потом. Потанцуйте, пожалуйста. Откуда знаешь? Живу с... Так сколько ты живешь свои 28 лет? А сейчас пока вот такая песня. Тут Кобзона вспоминали. И вот песня Кобзона. Он ее пел, поет. И даст Бог, еще лет 300 попоет. Но каждый раз, ребят, когда я ее слышу, я убеждаюсь, что она все-таки женская, эта песня, не мужская. Сейчас буду вас очень убеждать. А мне не надо от тебя. Ну, с вашей помощью, конечно, как-то. Обещание.